Дочь забыла про кашель, а знакомая про псориаз. Поселенка из Карачаева-Черкесии просит дать совет, как вылечить от удушающего кашля девочку 4 лет. Я знаю очень хороший рецепт, думаю, он поможет многим читателям. Этот рецепт действительно великолепен, и он действительно помог очень-очень многим. Прошло уже почти 20 лет этой бумажки, и это ксерокопия. Видите, тогда на работе мы действительно многим отксерили вот этот рецепт, и он пользовался очень большим успехом. Этот рецепт помогал практически всем, причем даже от застарелого, лающего и удушающего какого угодно кашля. Я буду рада, если он кому-то тоже поможет. Я вскипятила молоко и наливаю в стакан. И по написанному следую. Итак, вскипятить 1 стакан молока и сразу же в горячее молоко добавить и размешать в такой последовательности. Это важно, в какой последовательности добавлять продукты. Так написано. 1 столовую ложку сливочного масла, 1 столовую ложку меда, питьевую соду на кончике ножа или ложки, как я вот делаю. Все это размешиваем. Далее нужно взять сырой желток 1 яйца. Сначала его перемешать и влить сюда. Продолжать перемешивать. И последний ингредиент — это йод 5%. Его нужно взять 2-3 капли. И коктейль готов. Он получается очень приятный на вкус. Детям пить по 0,5 стакана 3 раза в день в теплом виде, а взрослым по стакану. И пить до тех пор, пока кашель не уйдет. Кому-то, может быть, и 2 дней достаточно будет, а кому-то и побольше. Если кашель застарелый, то, естественно, дольше придется полечиться. Будьте здоровы! До новых встреч!